получилось. Или я говорил тебе накидывать левитацию на кого-то? И что, у нас в крестике черепи 6 дд, что ли? Сказал, что типа не получают урон. Сейчас посмотрим. Чего у нас так мало черепи? Ну, получается... А, два распекнул япончик в черепи. Смести в этот, в печеньку сместишься. Ну, у вас получается четвертая группа плюс вторая. И получится группа. В печеньке два шипы. Ничего страшного. Зато тут нету ДЦ, а там есть ДЦ. Ну, здесь смотрим, Санкил, Локи, Неликс, Чернтроль, ваш японец, Неон Икс и я. Так, нет. Короче, раздаваку для большого ДПС сюда скинем. Раздавака сюда, пойдешь в печеньку. Япончик, пойдешь, короче, туда. Примерно по ДПС. Сантей, Нейликс. В принципе, ДПС будет равнозначным. А давай поговорим. Дальше. Вот еще Сантей в печеньке у нас, он внизу. Дальше этот следующий у нас. Танк вижу, танк вижу, танк тоже вижу. Так, дальше. Станьте, ну, все вот равно. Как сейчас слышишь, как мы сейчас стоим, ты можешь как бы группы подкорректировать, чтобы это, поближе друг к другу люди были? Ну, кроме хилов, конечно. В смысле, и так все поближе друг к другу? Ну, холик, чтобы, ну, попасть, ты мог стрелить. В одной группе, там, вот, три человека в твоей группе. Мозер, один я только его достаю, там. Смысле, где-то смотри. Одного не достаю. Вот Мозера вместо Сантея поменять местами можно, нет? Нет, Сантея тоже будет. Сантея здесь будет тоже. Нет, Мозера нельзя. У тебя, ладно, смотри, вам надо будет хилить, вам надо будет на второй фазе хилить вторую и четвертую группу. Вот здесь. Кто стоит, вот хилы звездочка, да? Вы хилите... Вот так сделаем. Вот. Вы хилите вторую и четвертую группу. То есть у вас, блядь, вторая и четвертая группа. Я думаю, понятно, да? Вот. И вся, да, вот эта вот вся старала. Все светятся. Вот. Все эти люди череп бьют. Дальше там. Хилы, которые... В печеньке, да. Хилы, которые стоят, блядь, в квадрате, вам надо будет хилить... Первую и третью группу, я думаю, тоже понятно, да? Так, Женуэн, вы стоите все здесь, у вас мало РДД, то есть даже если у вас перо залетит, то, блядь, там не критично. Так, хилы, которые здесь стоят, будут меня хилить, плюс Редвара, в принципе, а? Все, погнали все на низ, в принципе, все стоят нормально, я думаю, понятно. И сразу понимаете, с какой стороны вы будете забегать наверх. Это понятно, а что мне на первой фазе делать? Нихуя ничего. Рядом с боссом. Мобов контролишь. Шевешку. Станы по мобам даешь. Там шевешку, наверное. Шевешку у меня нет, 4 куска. Шеве этот даст. У меня персональный шеве. Ну контролишь, короче, мобов бегаешь просто. Короче, как Войд хуйней занимает. Вчера только над ним угорал. Вчера только над ним угорал, сегодня сам такой же будет. Крик на АП даешь, бегаешь, а вот на ХП. В смысле, на скалат? Я каски раздам. У нас накачано просто. Это Леха. Да. У меня 5 метров. Че дадим? Я говорю, ковад. Дадим один пул эту хуйню проверить с группами. Давай проверим. Два каста. Да, она не работает, я уже проверил до этого. Да? Я еще проверил до этого. Я тебя не видел. Я прям хочу 5 меток поставить и 5 групп туда. Ну вон, блядь, вон, смотри, у тебя ориентир япончик. Япончик станешь отдельно, блядь. И будет видно сразу. Хорошо. Так там бабл и коника еще. В них тоже прилететь может. Ну, факт в том, что смотри, сколько будет этих. Я думаю, вряд ли постоянно будут лететь в коника и библа.
будет какой-то прилетать япончик. Правильно? Я просто, знаешь, как хочу визуально увидеть. Если они полетят в 5 меток, 5 перьев, то это стопудово так работает. Да нет. Оно рандомно летит по всему рейду. Так, кому каска еще нужна? Поварам будет каска. А Пахилов распределил на первой фазе, кто где бегает? Ну что тут распределяться? Бросьте. Малый круг, Элбрио, малый круг, Мосса, малый круг. Сила бездны, Шамало. Сила бездны тоже малый круг. Я обычно держусь сзади, убегаю направо. Мне как бы на ходу проще хилить, мне не нужно в малом круге стоять, мне лучше во внешнем. Дальше же на Энди спелишь. На второй фазе, кстати, забыл сказать. Рада диспеллер с одной стороны, анкил с другой, и сбрасывайте это глыбой. Короче, магию вы будете диспеллить на второй фазе. Единственное, что анкил ты там постоянно диспеллишь, а здесь же Ноэн еще диспеллит. А вот такой есть, вопрос. Говоря, как... Если короче... падает анкил, Матиола начинает диспеллить на второй фазе. Короче, когда глыбы кончились, типа дальше диспелить, не дамажить или как? Ну, блядь, глыбы кончились, у тебя глыба одна с кдшкой. Грубо говоря, у тебя ты сразу все продиспелил, то есть все дебафы снял, потом глыбы снял. Ну, я понял, я только два раза. Две глыбы. Ладно. А там же Ноэн диспелит, если что, даю проверку. Сапроты все выбегают. Подожди, а ты Роги сказал, как бегать вообще? Вынесет под босса. Босса бегает, бьет босса. Сейчас насрет же под боссом. Блядь, там под боссом все великие так бегают. Они даже не отходят. Крита нету. Печально. Все готово. Поехали. Лёх, третью ауру поставь. Зачем? Тотем на огонь не забывайте ставить. Просто. Самых дальних контролит, да? Левитация сбивается. Сбивается аурой, конечно. Что вы думаете? Тайминги надо знать. Минус 2. Пора начислять. Тоже выбежит. Хил, оценил. Каст. Тело силы бездны поднимает. Минус ровно. Ребят, пора вам начитать, походу, да? Всё, блядь, вам всего лишь надо просто, блядь, перебежать. Вперед нажать кнопки. Все, что требует. Ты его поднимешь, что убедно, нет? Нет, дебаф. Че, отпустите от медали, а он стоит в корне. Воде. Где прохил по людям вообще? По воде. Где контроль по мобам? Чёрт.
Ой, блядь, нету нормальных людей. Уважаешь. Последняя китайская. Следующего пула на четвер. Да у нас урона не хватит. Перевести. Уберсу упремся. Конечно, не хватит, блядь, если два тела будут лежать. У нас нету ни миликрита, ни ретрика лема. От меня вам идет ретрик. А, у тебя качан этот? Сердце. Плакать, сердце качан. Пока что вижу, что у нас нету, блядь. Пока что я вижу, что у нас нету контроля по мобам. 5 локов. Ну контроль, ну да, 5 локов у нас. А, можно вопрос по деспалам? Это деспалит по КД или чё? Тебе кто-то что-то говорил, деспалит? Нет. Ну что ты спрашиваешь тогда? Тебе ничего деспалить не надо, тебе надо хилить. А всё, понял. Есть умные люди в Дискорде, кто знает, как макрос на метку написать? Типа там что-то, ну, таргет, там, хуяргет, и вот... На кнопку за деньги. Пиндить кнопку. Мне надо макрос, чтобы это было с обилкой. Чтобы нажимался бан, изгнание. И эта хуйня вешалась на моба, на которого кастуется бан. Баффа. В смысле, там же есть метки. Он в виду имел, если дает стан, что когда он дает стан, метка на него повесилась, что типа дали. Да не надо нахуй таргет никакой вот эту залупу. Ты его уже выбираешь в таргет, чтобы кастовать бат. Ник моба даже не надо. Тебе проще загуглить, как это макрос пишется, и все. Да. А у кого-нибудь есть холи спеку престола у нас, нет? Скрипт, сетрейт, таргет, таргет. И вот один, я с 1 до 8, короче, сейчас скопирую. Дай проверку. Сова где? Бибо ушло. Сова. Что-то нельзя стоять на малом крови. Не хотите стоять на дальнем крови? Жена, Гриб, Локи, Нейлит. Все на дальнем. Все, поехали. Жар. А вообще важно выпад жмешь или нет? Классно.
вашего. Отмеемся в застанье. Блядь, нахуя ты вихрюешь? Видишь, что ВЭшку сказал, давай. Каст просил. Прибежали. Верно слышал. Моба, раз. Странно, где спаешь вообще. Моба в контроле. 4 моба идет. Блять, не могу ничем помочь. Рога не живет. Забираю бот. Приведи. Блять. И там на себя пока что будет. Меня фризануло. Все нормально, сейчас заберу. Вдох, блядь. Прибежал. Сиду. Вставай сам. Заберешь? Этих двоих. Пускайте. Мок из банок пускайте. Вы же можете как-то пускать? Серьезно, Мозер, блядь. Красивый. Проводи. Все, висит. 5 секунд. 4. Что там, блядь, по лужам бегаешь? Сейчас. Через 8 секунд заберу. Третий. Забрал. Ревность. Филить будем. Каст. Ну тут как бы берса будет, если их не резать. Черт, его стоит. Берем слита. Черт, их вряд.
запускаете последних. Ревность на кого-то? Да. А через ревность мы живем. Я вообще не понимаю, что тут. Да тут все понятно. 6 хилов уже. Каст. Три моба. Проводи. Через 10 секунд заберу. Ты брал. Пускайте. Сколько не добили процентов? 11% было. На 11% Берса. Рога 3, да. Это бесполезно вообще. Здесь что-то брать. Лёх, ДЦФ Т5 надо. Толку нет. Сейчас будет. Мало, слишком мало. Это абсорб, я... поэтому урона много проходит и приходится тихо. Очень много отхиливать. Да тихо, сила бездны, сперка все в ШП. Монород пишет. Сила, я вижу. Так, монород, заходишь танком в этот Редвар, спекаешься в ДД. Так, Розария сюда заходит хилом. Так, еще забыл. Первый на черный трон, вот точно. Лёх, дай ассист того иду. С ума все. Так, теперь это, надеюсь, дискорд был, да? Всем. Ой. Кто там перешел, кого я в рейд засунул? Но народ, ты стоишь на второй слева платформе. Если что. Здесь дискорд вообще. Да, в дискорде. Где мы народ? Здесь вообще? Да, в Дискорде, в Дискорде он. Да я в чате не вижу, чтобы он отвечал. Вот. Ты здесь, мы народ, слышишь вообще, нет? Короче, смотри, твоя платформа вторая справа. Твоя платформа вторая справа. Дальше, когда освобождаешься, идешь, меняешь на первой платформе меня. Стаки спали. Там, может где-то еще подиспелить, и потом на первый идешь меня. Мы бьем в две группы, получается, так что... Это, дальше... Я же на Луне стою, за место меня, по-моему, нет? Да, вместо тела. Там, если... Я на Луне стоял. Это вторая слева выходит. Так, теперь по поводу хилов. Как лучше хилов распределить? Прости, как думаешь? Я в холике или в ДЦ? Слева мне одного диспеллера хватит, я думаю, с Моссом мы справимся. Там... Ты в ДЦ. Ну ты, вы поучитываете, что по три хила на каждую сторону. Вы будете хилить, блядь, и рейд, блядь, и танк. Не только там. Ну, оставлять ДЦ там, где больше народу. Там одинаково. Там и там, блядь. Там и там ровно людей. На правую сторону ДЦ к нам хули правую давай.
Короче, Элбрил, Матиола, Шамоголы с правой стороны, Розария, Прости, Моссов с левой стороны. Хотя нет, Мосса, ты с правой стороны, а Матиола с левой. Да, вот дальше. Дальше следующий нюанс. По поводу дамагера Р2. Кто там получается? На левой стороне кто у нас Миликов? Там Коника. Только да. Коника получается, да? А там с той стороны получается у нас Раздавака. И все? Да. То есть у нас три Милика в рейде, да, получается? Да, да. Ну окей, вообще, изи. Mm-hmm. Короче, этот. Можете даже недалеко отбегать. С перьями. Этот. То есть по вам там урона не будет. Дальше. Следующий нюанс. По поводу РТД. Тогда сила бездны. Станешь, короче, на правую сторону. Mm-hmm. На правую сторону. Короче, вот так, да, сила бездны на правую сторону. Смотрите, по поводу тех, кто пришел, объясняю. Мы сразу будем параллельно сливать двоих. Типа, два будем сливать, которые на дальних платформах. То есть это на второй и на третьей платформе. То есть мы параллельно их сливаем, при этом контролим мобов и, блядь, хилимся, грубо говоря. То есть хилы будут, три хила с одной стороны, три хила с другой. Они будут и танков прохиливать, и рейд. Дальше. Войд, Монород, ты у твоего убивают, начинаешь по рейду диспелить, плюс дополнительно контроль. А дальше, Войда убивают тоже, начинает этот, идет контроль, спали стаки, меняет кого-то. Вроде тоже просто, кого-то там через бабл засейвится, я думаю, сбросит стаки, когда убьют первого, кого-то тогда ты будешь сейвиться. Вот когда убивают первого мелкого, тогда давай бабл и, блядь, сбрасывай все стаки. До этого момента не сбрасывай, потому что у Войда еще целую минуту получается, надо будет, чтобы сбросили стаки. Как раз эта минута будет того времени, как ты сбросишь стаки. Дальше этот. Монород, диспелишь, да, это, когда стаки сбрасываются, меняешь меня, то же самое на первой платформе. Я потом этот, попрошу СС на себя, возможно, этот, чтобы скинуть свои стаки, хотя может уже и бабл откатит. То есть бабл откатит, я тоже сброшу стаки, буду без стаков, и потом снова я у тебя перехвачу. То есть я, возможно, быстрее, ты там... Буквально на секунд 20-30 потанчишь. Я потом обратно перехвачу, и дальше будешь контролить, плюс там инера раздавать, плюс всякую хуйню творить. Контроль. С той стороны локи контролят, плюс Мозер кидает трапу тоже, на всякий случай, блядь. А с этой стороны, если что, тогда этот контролят тоже локи, но тут плюс еще ЖНН есть, и... Фарадей, постарайся тоже, если что, законтролить. Не знаю, как ты это будешь делать, но будешь как-то делать. Аспект уберите. Даю баф. Главное, чтобы вот с этих 10 мобов, которые появятся, у босса ушло минимум, максимум 2, минимум 1. То есть, блядь, у вас будет по 5 мобов на каждой платформе. И старайтесь контролить по максимуму. Такс. Йо, кому не дал, не дал. Кому каски не дал? Есть такие? Сколько каски есть? Даю проверку. Лёх, тыкни от огня. Совы нету. Где сова? Прости, здесь? Так сова, в смысле нету совы?
Сова подтвердила. Что? Сова подтвердила готовность. Ну, не в облике, значит, или что? Все, все здесь, все готовы, поехали. Мне надо посмотреть, сколько мы снесем, блядь. Если мы разделимся на две группы, до первого нести мобов. Если под 60% сливаем и тому, то это вообще заебись будет. Это нам что, все больше лечь? Блядь, там 5 мобов всего лишь, блядь. Каст. Перебежали. Каст. Оба. Где же не опускай, вот сразу заходит. Немного отведу. Еще опускаете тоже. Каст. А у тебя что, Редвар в танке остался? Не знаю, не должен. ДД, он бьет в ДД. Казалось. Контроль все мобов прохиливается. Листака. Все, два последних можете сливать. Каст. Мобы ближние пускай доходят. Дальних контрольчик. В один. Води еще, да? Все нормально, пускай эти два взрываются. Швешку дал. Блять, швешку дал, пускай стоит на месте. На месте стоит. Пускай. Красил. Нормально. Каст. Забираю босс. Каст. Так и спали, два доходит. Одного в бан. Жена и напрокидывается. Каст. Прохильцы арену нашел. Сжался. Я забрал. Каст. Лужа только дебаф не ловит. Лужа-то не стойте. Он килл Нелли. Контроль, контроль, отводи. Отводи. Дал шива. Да, блять. Тут не в ШВ сейчас дох. Дал стан.
Нормально. Каст. Массакру дал на все. Спас. Я же луну. Так, забираю, босс. А монород череп, да? Да. Одного мобчика можете отпустить. Не два. Одного законтрольте. Каст. Ты забрал, что ли? Нет. Просто рывок дал. Не, я по тебе каплю кинул на всякий случай. И он меня начал бить. Босс активнее надо переводить. 12 таков. Нет шивы. Бегите. Вот, забери секунд на 10-15. Сейчас. Сейчас забрать? Сейчас скажу. Каст. Переводите, забрал, переводите. Как? Надо босса переводить активнее. Блять, переводите. 9%. 8. Быстрее, 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 быстрее. 7. Быстрее, быстрее. Знак огня уже прошел. 6. Нельзя. 5. Нельзя, чтоб кастанул. Переводите. Ну, нормально. Все. Все, пробежали по своим платформам. Сейчас прибегим, гимн сдам. Стали сразу на позиционку быстрее. Фокус босса. Ты с той стороны, Шимагол, ты с той стороны. Народ-то с диспельте в печенье. Смотрим. А народ на... Чё, не на позиции? У Войда ярость. Раз. У меня слабость. Ты карту расставил. Где монород? Дальше вообще нет. Осталось у кого-то у тебя фир. Ирия. Ирия. А народ у нас танчит на второй платформе с правой стороны. Блять, он танчит на... А, тут вот танчит, окей, ладно. Да. Поменялись. Ой, кого-то. Кого-то хит все. Крик Феникса был. Ирия. Ирия. Рик, хорошо. Яру давали, нет? Мобов контроль. Где, блядь, контроль мобов? 5 мобов ебучих. Или сколько их было, или 10? У нас все просто переземлились. На той вообще вот. Один моб. Или два было на той. В квадрате только один за контроль. Вот, видишь? Трап. Так, блядь, столько локов, ебать, блядь, вы не можете дать баны или что? 3 контроля было. Сейчас 10 мобов было или 5? 10, по-моему. На той тоже стояли левые, да? 10-10 было, то есть если он начал каст, он будет потом 2 каста давать. Понятно. Нужно было 5 быть. Сколько снесли за это время? Да хуйня, нахуй. Хрен знает. Сколько снесли, я спрашивал, процент? Да, я не смотрел. 65, окей. Да, у нас тоже где-то 70. Сантей, у печеньки у вас 70, нормально. Заебись. Это еще не появлялось, получается, еще 2 каста перьев не прошло. Вот еще когда проходит 2 каста перьев, там должно 60 оставаться, вы успеваете, нормально. А че у нас Геры не было? Да. Я не знаю, че Геры шаманы не дали, а? Сказали, что он не туда прибежал. Шимагол, блядь, ты справа стоишь.
Всем же объясняли, блядь, все стояли. Блядь, как? Надо еще раз, походу, объяснять. Рыбу поставил. Не было веры, про геру, не блядь, было геру, блядь, про контроль, проклятие висело вообще полностью. Ну там жопа была. Я дал трапу, в трапе у нас стоял моб, плюс лог забанил, но лока, как я понял, с это, блядь, слили. И контроль пропал, еще взорвался. Ну да. В смысле, получается, гриб Делору с одной стороны банит, локи с антей с другой, блядь. Плюс две трапы, даже банально, да, есть? Поставить, это уже, блядь, 6 мобов, блядь, плюс же ДН кидает по одному корни, по второму смерч, это 7-8, блядь. А он плюс... ничего не кинет, знаешь почему? Потому что на нем проклятие ебучее. Почему он ничего не кинет? А потому что каст замедляется. Ну и что, там, блядь, времени ебани сколько? Да, блядь, сколько стаков-то на нем? 10 стаков, это уже 750, там кучу кастанешь. Ну с нашей стороны диспей... только один банк был. Проклятие диспейлили? Проклятие диспейлили или нет? Посмотрим. Россия его а второй... А, не, он не диспейлил, ему народ только диспейлил. Или я далеко был? Женуэн, ты, блядь, не диспейлишь проклятие или что? Женуэн, ты на второй... Жужин вылетел, говорят. Фарада почему не продиспейлил? Если же Нэна нету, то что ты не продиспейлил, если ты видишь, что висит? Ну ладно, окей, не было, здесь не было. Почему с той стороны тогда анкил не продиспейлил? Я вроде диспейлил все. У анкила диспейлы есть. Анкил работал, да. 16 диспейлов анкил. А почему говорят, что вечность эти дебафы висели? Ну, потому что я-то стоял не с анкилом, я стою там, где Фарада. Вот, а Фарада говорит, что не было, блядь. Кому верить? Было-было. Я слева стою, короче, там я уже не знаю, думаю, или мне диспелить что-то. Короче, Жужина нету. Короче, маг не диспелит, думаю, начну уже я, потом бах, смотрю. Да тут понятно, что Фарада слагает, все. Блядь, ты только сейчас это захотел настроить, Фарада? Слушай, ты не заметил, сколько мобов прилетело туда и туда? По 5 было, что ли? Да какой 5? Или 4 и 6 было? 5 мобов осталось в контроле, 5 зашло. Один прилетело, где квадрат, и в череп 9. Да ты гонишь, блядь. Да. Тогда 2 каста же было вроде. Да, 2 каста было. Минус масса. Ой, блядь. Лёх, объясни еще раз людям, где стоять. Люди спрашивают, где им стоять, они не понимают. А народ стоит там, блядь, где сейчас стоял Войд. Какого хера вы поменялись, я в душе не ебу. Специально Войду сказал, блядь, стоять на этой стороне, на второй платформе справа. А, это мы перед переходкой спросил, блядь. Как раньше, по-старому стояли, блядь. Ты говоришь еще, да? Войд стоял слева, около нас. Войд меняет кого-то, ты меняешь меня. Я стою, блядь, на первой платформе слева. Кова стоит на первой платформе справа. Если смотреть вот так на босса, как мы сейчас стоим. Так, блядь, кого хилом сделать? Короче, народ, ты стоишь на второй платформе с левой стороны. Там, где я стоял, ты заменяешь меня. Вторая слева. Читать умеешь? Первая, вторая. Вот там, где дырочка, такой вход, блядь. Да, вторая слева. Так, в этот... Чем тролль заходишь, Элбрил, Холик, Сила Бездны, ДЦ. Других вариантов. Но толку не будет в ДЦ. У меня шестого хила нет. Просто щиты будут на 30% рейда только, и урон будет ебиный проходить. Вот будет 2 ДЦ. Просто поделите пати между собой, кто какие будут, и все.
Суманули? Давай я тогда тоже в ДЦ буду, просто сила бездны пусть сидит на танках и на особо проседающихся, а я щиты буду кидать, а он чисто это, исповедь и быстрая. Проверку. Вот, готов. Лайт. Еще раз проверку. Все, все готовы, поехали. Пускается. Пиздец. Ты, блядь, прибежать не можешь на кости или что? Можно так сделать. 4 моба идет. Молодец. Помогайте. Ну, надо бэрить или чё? Да хули тут уже бэрить? Снова вообще бывает у магов. Рада начисли, блять, ему вот сообразит, начнет соображать. 250. Ну тут не было еще, наверное, блять. Кого тут не было? Единственного человека это его. Все остальные тут были. Не раз.
ставлю. Дайте Джеффа ставлю. Да какие локи, какие станы, блядь. Там 4 моба в босса здесь заходит, никто не смотрит даже. Ну так хоть локи дадут этот бан им нахуй, они нихуя не успели. Вайп произошел. Лёх, может быть, купол давать будем там и штук 5 сразу взрывать? Не надо, зачем? Да качал. 3 минуты я 2 купола на первой фазе, грубо говоря, кинуть могу. Зачем тебе давать купол? Ты на всех сразу не бросишь. В любом случае половина сдохнет. Все бегают разрозненно. У нас босс не стоит на месте. Если бы босс стоял на месте, окей. Мы и так по легкой тактике, грубо говоря, все делаем. Пончик здесь? Да. Все, поехали. Заберешь после калата на пару секунд. Че, сейчас забрать? Когда как пройдем? Если кастану. В чем проблема? Стоп не видит. Вижу. Начал убегать вовремя. Ну, бэрить надо сразу. На втором косте отдал. Забрал. Теола поднимешь. Блять, чё за... Красиво. Чё ты за хуйня? Мы народ поднимет на эту... Дали к мобу контроль. Ну зачем вы ближние? Ладно, если их там идет 6. И... Когда идет 2, нахуй. Ладно. Забираю.
Локи 5 дебафов. 6. 7. Локи в луже стоишь. Короче, пиздец. Шмагол 4. Шмагол 6, сила бездны 4 дебафа. Служа убежать можете как? Ну вот, переёбнули. Будут ёбнуть. Ну, сейчас, сейчас их захуярят просто два взрыва и всё. На воблесь контроль они все. Вас активнее бить. Каст. Нижний пускай доходит, дальний контроль. Паладин. Доходит. Мобы с контроля выйдут, пускай доходит. 5 секунд забирал. Забрал. Пусть доходит. Залейте его на перепалу. Одного только стан. Паст. Положим, не бегайте, да, них контроль в ближний путь приходит. Скайте мобов 2 на череп, блять, плюс эту хуйню отпустите. Пусть идут. Пусть идут, не трогайте их, блять, пусть идут. Проведи одного контроля моба. Одного контроль. Все, два дошли, просил. 8%. 7. А, стоп. Стоп, нули. Уже бесполезно. Ну пробовать хули. Пойдем. Оп, нули. 10 хлопать хочешь? Доты дотикают, походу. Давайте массаем. Ну, дальше. Хотя их не врем. Фаза ушла. Они просто дойдут сейчас, эти пидоры, и все. В ванах оставьте их. Не исчезнут же, да, в конце каста? Нечто ходит. В ванах прохиливайте сами. Прохиливайте. На ходу прохиливайте, ход раздавайте. Кил сдох, поднимите там анкила монород или, блять, кто там отвол поднимет. Где? Уже поднимели. Все, стали по точкам Гера, где? Там дали Геру. Херач. Мама. Смотрите, у кого какой, у меня слаб. Войдафир. Войдафир.
смотрите, отворачивайтесь. Сейчас буду крик Феникса, буду ноль. Просьба. Бежали, бежали. Верю. Кого-то дед просил. Мозера. Выброс плана. Ничего, блядь, Мозера бьет чей-то этот. Войда просил. Кого-то. Могу кого-то спить. Ой, допросил. Возложение, блядь, дайте что-нибудь. Нас два зашло. 5 мобов зашло. Да, блядь, тут просто все легли. Ну, в смысле. Ёва. ДПС бы хватило, я себе и пончик не дал. Да давайте еще так пробуем. Я первый раз сдох по своей вине. Я действительно простакал. Второй раз у меня просто стопнулся экран на секунд 10 примерно. Я ничего не мог с этим сделать. Я просто потом меня отлагало, я мертв. Понимаешь, на первой фазе.